Всем привет! Сегодня я буду тестировать гаражный замок фирмы Stalf. Данный замок имеет крестообразную замочную скважину. Как видите, у данного замка 9 пинов, расположены в разных частях самого цилиндра, ну, самого механизма. Также вот ключики от него такие крестообразные. Один человек просил сделать обзор на него, показать, какая тут уязвимость есть и сколько времени будет занимать вскрытие этого замка. Так, замок полностью исправен, все прекрасно работает. Итак, давайте приступим к вскрытию. Для этого я возьму вот такой вот небольшой наборчик из двух инструментов, так как другого не имею. И буду показывать именно ими. Итак, первый момент пошел, теперь продвигаемся дальше. Так, поехали дальше.
Так, друзья, замок был, как видели, вскрыт. По времени видео можно понять, сколько времени ушло. Это лишь только вот таким вот простым инструментом. Есть инструмент наиболее эффективен и быстрее открывает. Но у меня, к сожалению, его нет, поэтому показал именно тем инструментом, повторюсь, который только имею. Замочек такой. Это внутренняя сторона, это внешняя. Вот такая вот, типа, не знаю для чего это, защита или что это такое. В общем, мне кажется, ненужная вещь в этом замке. Ну, в общем, друзья, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И кто впервые на канале, подписывайтесь.